Спартакиада – это уже традиционное корпоративное мероприятие Московского опытного завода буровой техники. Она проводится два раза в год, зимой и летом. В этом году спартакиада была посвящена 20-летию компании «Гидроинжстрой», и поэтому все испытания были связаны с водой. Она немножечко необычная и выходит за рамки наших традиционных мероприятий. И проводится она не так обычно, как мы это делаем. Потому что раньше у нас это были и волейбол, и футбол, и у нас и настольный теннис. Но сегодня она имеет вот такую форму, так как девиз компании «Гидроинжстрой» – это «Воду людям», то мы решили, что вся спартакиада будет посвящена именно воде. Вот. Ну, соответственно, мы придумали слоган тоже «Воду людям» и «Людей в воду». Соревнования проходили на территории парк-отеля «Огниково», расположенного в Истринском районе Подмосковья. Это уникальный природный комплекс, окруженный лесом и озерами, который позволяет проводить соревнования по спортивному ориентированию и преодолению туристической полосы препятствий. Первая часть спартакиады более спортивная и насыщенная, направленная на сплочение коллектива, умение работать в команде, так называемый тимбилдинг. И, соответственно, насколько команды были сплоченнее, настолько быстрее и качественнее они выполняли задания. Соревнования включали несколько этапов: эстафета, построение разрушенного моста, веревочный курс. Он проходит на высоте 1,5–2 метра над землей. Такие упражнения требуют определенных физических усилий от участников. Страховка происходит с помощью партнеров по команде. Самым сложным испытанием, по мнению всех участников, стала навесная переправа через реку. Самое трудное для меня было через озеро. Наверное, правильное слово все-таки перелезать, хотя конец пришлось плыть вверх ногами, но зато очень интересно. Несмотря на все трудности, у участников было прекрасное настроение. И главное, все помнили, чтобы выполнить поставленную задачу, возможно, только приложив командное усилие. Команда «Геолог» показала себя с очень хорошей стороны. Все испытания были пройдены отлично. Все было сделано быстро, слаженно, все работали. Все делалось бегом, все друг друга поддерживали. Практически ни на каких испытаниях не было никаких заминок. Единственное, мы немножко намокли на переправе над водой и повозились мостом Леонардо. А так все было сработано на ура. Во второй части спартакиады команды соревновались в гонке на байдарках. После подведения итогов состоялась церемония награждения. Первое место заняла команда Московского опытного завода буровой техники. А также был вручен приз самому активному участнику соревнований Сергею Морозову. Поздравляю. Я видел, как вы гребли. Вы самый лучший, быстрый и активный. Спасибо. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Екатерина Чернышова, «Видное ТВ».